В этом году Сбербанкиада собрала более 500 сотрудников банка, спортсменов, болельщиков и руководителей банка со всего Казахстана. Спортсмены объединились в 6 команд по региональному принципу. Состязания прошли в 9 видах спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, шахматы, дартс, стрельба, легкая атлетика и настольный теннис. Сбербанкиаду — это, по сути, наши корпоративные олимпийские игры. Ну, вроде как олимпийские игры и банкиры, может быть, не очень сочетающиеся определения и устоявшиеся определения в нашей жизни. Но, с другой стороны, работа в банке, она всегда требует определенного умственного напряжения, духовного напряжения. И без поддержки физического, вот именно физического состояния, быть гармоничным и интеллектуально, и духовно очень сложно, с одной стороны. С другой стороны, любой спорт – это достижение. Да, то есть и банковский бизнес, по большому счету, это тоже достижение. Поэтому для нас это мероприятие крайне важно. В первую очередь для того, чтобы повысить физический дух наших работников. С другой стороны, это максимально провести пропаганду здорового образа жизни. Личное лидерство и командность – одни из главных ценностей Сбербанка. На этих соревнованиях сотрудники банка смогли проверить на прочность свой характер, помериться силами, зарядиться энергией и всей душой поболеть за своих. Такого характера спортивные мероприятия, они стимулируют, повышают физическую культуру сотрудника. Поэтому, так как у нас сидящая работа, я думаю, что это очень актуально, именно вот такие вот проведения, такие спортивные мероприятия. Поэтому очень благодарен организаторам, руководству банка. Мы были все очень довольны, приятно удивлены, что в этом банке есть такие проводятся такие спортивные мероприятия. По итогам соревнований в общекомандном зачете победила команда «Север», представители филиалов банка из Петропавловска, Павлодара, Кокшетау и Костанай. Второе место заняла команда из Южного Казахстана. Замкнула тройку лидеров команда алматинского филиала. Но главное, сотрудники Сбербанка еще раз доказали, что они одна большая и дружная команда.